Так, здорово, ребятки, с вами Нео Папа, и сейчас мы играем за Спектру. Ага, так, короче, мы тут походу проиграем. Там посмотрите, какие герои, Свен. Ну и наш, блин, днище герой. Не, давайте, это херня, что я купил. Не, давайте, на колечко мы накупим или нет. Сомневаюсь, что мы накупим на колечко. Бля, короче, на фарме я буду динамит, нахуй. Кто меня одного оставил? Я что, тут на фарм, что ли? Ну, ясен пень, что я тут не на фарме. Короче, тупо стоим под вышкой, потому что ну его нахер, это придурок. Что-то Абадон поменялся, я с ним с Абадоном, если честно, чуваки. Да только похоже, что зря я с ним поменялся, потому что я в харде стою. Не в визе, а в харде. Давайте, наверное, третий максить. Третий — это типа броня. Да, ни одного крипа. Какая минута уже? Вторая. Или им тяжело что-то добить? Давайте отражение качать. Куда бежать? В лес. А смысл? Да, у них вон, смотрите, какие герои, ребятки. И посмотрите на наших. Давайте тут встанем. Просто левел получать, да и все. Другого тут не дано, другого тут что-то. Да ты чё, сейчас он сорвёт. А вот ты какой. Ой, сейчас и меня, ёпта, высота. Колечко накоплю как-нибудь. Там посмотрим. И главное вангард собрать. Сапоги вангард. Там уже будет она как бы непобедима. Ну тут видите, я фармить не могу. Тут без фарма. Да ко мне бегишь. Короче, не могу я тут ничего не фармить, нифига. Ко мне надо было сразу бежать. Потому что они не дают фармить. Если ближние были, да, так. Нету смысла даже подходить к ним. Стоим просто. Ну нету смысла, я же говорю, ребят, нету. Качаем из них вот это и вот этот скилл. Хотя бы разок, наверное, да. Да, разочек надо второй прокачать. Вот сейчас его разок и прокачаем. Ага. Идите еще ко мне. Смотрите, Абадон молодец. Добил, добил, что ты еще скажешь. Добил, молодец. Абадон молодец, целый подкрип просто слил.
Хотя не слил он, смотрите, двое убежало. Ай-яй-яй. Ну я третий, не хочу я качать это. Ой, не дают они мне до этих зайти. Не дают туда до барыги прийти. Потом такой ушлый чувак, а потом еще не такой простой, как кажется. Ну что, за 250, нет, сапожки никаких там 250. Хотя можно, мы уже даже в лесу сейчас сможем пофармить, давать. Опа. Попытаемся в лесу пофармить. Да, смысла, наверное, нету. Такой облом. Молодцы, молодцы. Не дал мне, короче. Пуджаги получил. Короче, пуч это у нас минус. Опять это проигрыш, ребят. Тут Тим Раков, да. Сразу видно, что Тим Раков. Мне тоже не помогает, я стою, просто левел получаю. Наверху у них фигура. А, там инвизник был, Рикимару вроде. Сейчас смотрю, уже нету его. Ну ладно, ладно. Ну и... Ну и... Зачем ты туда пошел? Да иди нахуй вообще, пол конченый. Все ясно, обоссуш. Обоссуш, мать твою, обоссуш. Все понятно. Да, молодец, 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 парень. Побежали еще вперед. 0-4, это сразу понятно. Ну иди хуй пососи. Ну видите, чуваки, опять раки играют за меня. Хукай уже. Давай, беспомощный. А че ты за мной еще бегаешь, а? Отвали ты от меня, ты что будешь за мной бегать все время? Ну выйди не об Адона, ну чё ж ты, спас бы. Ну ребятки, тут мы... Короче, вряд ли что-то сделаем. Потому что я уже вижу, раки играют. Не-не-не, вон все бегут, вы чё. Да, кстати, Вангард может и зарешает.
Ну посмотрите, кто там бежит. Дуру, что зарешаешь? Добил. О, ну я хоть левел получил тоже, хорошо. Так, сейчас тут может это бежать в лесу. Херня может бежать, так что давайте. Купим авангард, мы уже танк. Что означает, что мы танк, ребятки, нас уже. Смотрите, как они. Давайте, давайте, тут может мы еще распармимся, я же не знаю. Два, три, четыре, так. Я сомневаюсь, конечно, что мы распармимся. Но вдруг. Вот ульт уже есть, можно пойти помочь. Не убегаем, убегаем, потому что эх, короче, такой герой, который да, раз видели, суки. А мне тащи теперь. Эту будем собирать сейчас. Или давайте вот так вот, пусть будет. О, молодец. Оракл молодец. Ладно, идем на низ. Пофиг, у нас телепорт есть. Сколько он будет? Так, 150, давайте. ДРТ нажимаем, мы телепортируемся. Это просто маны у меня не было, так что так было неудачно. Так мы просто фармим, если что, придем, поможем. Отвалить от меня. Ну, спектр такой герой, он только фармящий такой геройчик.
Ну, я хоть добиваю. Да, потихоньку, но добиваю, ребятки. Салют они там, да, кого-то красного банша, походу, вылезла. В общем, норм все. Все, короче, норм идет. Давайте фармить, нас они не коцают в лесу. У нас даже наоборот хп восстанавливается. Герой такой довольно. Алима это спектра. Она долго просто расфармливается, все дела. Ну, ура. Она нас коснула. Кстати, она нас коснула, чуваки. Ну ладно. Вообще спектре я раньше собирал, я уже не помню, по-моему, Сашу Яшу собирал. Пошла ты нахер. С тобой, что ли, я буду? Вот сейчас будет уже штучка хорошая. Так, сколько надо? 150. Все у меня есть. Телепортик. Кстати, тут глядя на то, что он против нас играет, ребят, после этого мы собираем сразу же МКБ. Это так просто вам совет. Да не то, что совет, а... Деваться некуда, придется МКБ собирать. Ну вы видите, кто против нас играет. Он свалил уже. А вот она. Your top tower is under attack.
Слили, отлично. Короче, МКБ надо хоть написать этим ракам, что собирать. Сука, а? Ну да, писал он. Ладно. Так, это на 4. Опа. Не, пусть на пробитие. На 4 у меня будет стоять вот эта вот штука. Промедление. О, кстати, пуш тоже неплохо играет. Ну и где они? Убежали, хоть пуджа не слили, так, там один этот. Угу. Ладно. Фигово. Ну что, ну я не пойду же, я же, конечно, не пойду, нафиг оно мне надо. Так, давайте на силу поставим, нахер на металловкость. Ракл тащит. Ракл с риплкил сделал. Свой завалит косяк. Ну, блять, случайно, я просто, короче, беру и на кнопочки нажимаю и убиваю всех. Как? Я просто сам не понимаю. Я первый раз на этой хуйне играю. Ладно, пойдем сейчас тут. Чуточку в них в лесу, давайте побегаем. Не, я... Нет у меня ульты, и очень, что очень жаль. Что очень, не то что жаль, а плохо, а вот Вена вынесли. Вынесли. Не, это сучару надо... Без БКБ мы ее не сможем слить. Короче, не смогу ее слить без БКБ, ребятки. Ой, да, без МКБ.
Your bottom tower is under attack. Так, ну я ей нихера не делаю, поэтому давайте, чтоб я ей что-то ее делал, надо собирать. Пойдем фармить. Не без него мы никуда не пойдем, потому что это бесполезно, где она есть. Где она есть, это? Этот МКБ, ну-ка. Не вижу я ни аутом. Ну-ка, этот неводю заметить. Идем в лес и копим, ребятки, копим. Все это херня. Телепорт и погнали. Не соберем МКБ, будет хана. Да, можем что-то другое собрать, но. Смысла нету. Ой, блядь, ты еще в жопу его поцелуй, блядь. У нее промахи. Вот, вот это настрой, я понимаю. Фармим, фармим лес. Мы, если что, приедем, поможем. Это само собой понятно. Ну я пришел на толку. Давайте хоть, я не знаю, хоть, не, за полторы не будем брать. Да, не того я качал, правда, надо было эту суку первой сливать. Или отгонять ее. Опять, да, не того, сука, как же жаль, не того я качал. Да, это 1900, выбили бы мы ее быстро, тем более она не промахивается. Где наделась? Ведьмы уже нету. Да не догоним мы ее, похоже. А, я забрал. А не, не я, хух. Собаку и интересно было бы ощутить.
Да сейчас я сольем. Не, надо валить. Ой, блин, надо валить, ребятки. Валим, валим, валим. Я тупо вообще нигде не танчил. Ну, я не хочу сливаться. Профессионал пуч, блять. Просто лучше. Но я и говорю, это не обсуждается. Напрыгалась. Так, зарядов нету. Ну сейчас будет МКБ, она меня поплачет. Да она больше, чем я собрала. Смотрите, БКБ и вся херня. Сколько, ну-ка. Возьмем еще, чтобы больше маны выжирать. Нету Абаддона. Не, Марта, тут они нам будут, походу. Ведьма сама была тут или с кем? Марта. Ну,
Все, хоть виномантия раслил, саппорта их тоже. Да хорошо. Не, валим на фарма. Он все да. Бегут. Они вас не видят, ну бейте, значит. Не, Ракл, съебай. Нет, чуваки, я, наверное, этот БКБ 0, что поможет, МКБ 0, что поможет, тем более я его не могу собрать никак. Не, поможет, поможет, мордав будет сходить быстрее. И это факт. Давайте дофармливать. Пойдемте сюда. Пофиг, если что, телепортанемся в замес. Нафиг оно надо лезть. Идем фармить. Если что, поможем. У нас есть ТП, все есть. Будет замес, мы влезем, поможем. Кстати, никого нету. Давайте отсюда отойдем, потому что... Пошла ты нахер, сука. Вы видите? Там мне не даст пофармить, чука. Сука, это ходим со всеми вместе тогда. Уже говорить что-то не о чем. Бегаем со всеми вместе, больше толку будет, чем сбегать с мартой. Самому будет пытаться фармить. Раки, раки, ребятки. Тут раки. Они сразу тут потерпели. Они сразу терпели. Видно было, что они сразу терпели. Давайте посмотрим на счет. На Ракл 10-13. Пуч тоже не в плюсах. Естественно, я уже не соберу. Не соберу, чуваки. Даже если соберу, от него толку 0 будет. Гляньте на Свена. Мы уже его не сольем всей тимой. На Абадона, который собирает вместо того, чтобы собрать Аджор на тим, он собирает Дагон. Второго левела. Спасибо. Конечно, под БКБ. Конечно, под БКБ. Вот сейчас прошел БКБ, вот сейчас можно влетать. Ну и ведьму. Middle barracks are under attack.
Наконец-то собрал. Можно порадоваться. Они меня пытаются сразу слить. Ведьма, конечно, молодец, он сразу на ветрах поднимется и все. Потом убегает. Иди ты нахуй, идем сфармить. ХП больше, смотрите, Тараска. Кто ей дал раскачаться, мне непонятно. Конечно, убогая. Я уже ничего не сделаю, даже если соберу, чуваки. Ну, будем собирать, но я сомневаюсь, что что-то я сделаю. Это, блядь, только может. Это Оракл, сука. Это сучара Оракл. Давайте ему дадим репорт. И тому еще, смотрите, он еще 9.13, и он еще говорит, убогая Тима. Два, это Оракл и Пушка. Два рака у нас есть. Оракл и Пуш, которые нифига не могут. Ну и чё, ну я не пойду врываться, нахер, ну надо. Стоим на базе уже, ждем. Ура! Ура! Я как всегда хоть одного один на один килл больше все статам добавил, как вы видите, ребятки. Ну и Абадон, короче, да, и Абадон тоже вот из Абадона рака, потому что он, смотрите, что собрал. Вот я поменялся с придурком с этим. Называется, поменялся с Абадона на свою голову. Понятно, что я почти самого поля большего левела. Панда только мидер больше, а все остальные вот эти вот раки. Все, короче, пока.